У нас несколько с Денисом песен написано совместно, в которых Денис пишет музыку, я пишу тексты. Мы думали исполнить, надо веселое, что-то такое, и Денис говорит, ну что мы будем, вот две песни, якобы такие, ну, довольно лирического настроения. Но, в общем, про эту песню мне все сказали нет, про этот текст, а Денис написал музыку. Ну,